Террористы в Сирии уничтожили центр размещения беженцев. Подробности чуть более часа назад сообщили в генеральном штабе в Дамаске. По лагерю в пригороде Хомса попали не менее 6 фугасных мин, выпущенных боевиками из самодельных минометов. Число погибших уточняется. Как отметили сирийские военные, бандиты не в первый раз ведут огонь из оружия кустарного производства. Их инфраструктуру продолжает уничтожать наша авиация. Ближе к вечеру появилась сводка. 118 объектов за сутки, 71 вылет. Интенсивность растет вместе с количеством новых подтвержденных целей. В окрестностях населенного пункта Тель-Мриган, провинция Алеппо, бомбардировщиком Су-24М нанесен удар по опорному пункту террористов. Данный объект боевиков использовался для осуществления контроля за автомагистралью, по которой осуществлялась доставка боеприпасов и оружия боевикам. В долине Эль-Габ, провинция Идлиб, штурмовиками Су-25 уничтожен крупный замаскированный пункт снабжения террористов, на котором хранились боеприпасы, оружие и материальные средства. Прямым попаданием авиабомбы большегрузный автомобиль, стоявший под загрузкой боеприпасами, был уничтожен не только автомобиль, но и весь склад. Данными объективного контроля подтверждается полное разрушение объекта, а также уничтожение в результате пожара еще 3 грузовых автомобилей террористов, которые были хорошо замаскированы в 500 метрах от объекта.